Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня я хочу открыть таких интересных 15 яиц. Здесь находятся разные производители от Chupa Chups, также Confitrate, Данли, также есть Kinder Surprise и неизвестная мне фирма. И давайте начнем с первой. Так, это такое интересное яичко Йоги Гапчинской. Ангелочки Йоги. Такие классненькие ангелочки. И досталась мне вот такая интересная йоги, позе йоги, ангелочек. Поза воина, наверное, да, точно, поза воина. Крепкий, как скала. Также этот коврик можно вырезать, его поставить. К сожалению, коллекцию я так и не собрала. Это было у меня последнее яичко. И давайте посмотрим, какой хорошенький. Милашечка. Поставим сюда. Так, давайте следующее. Это Данли. В гостях у Мишки. Интересно, что это за коллекция такая. Ты какой классный, Мишка. Розовенький, с короной. Здоровский. Мне он очень нравится. Давайте посмотрим, что за коллекция. Вау, тут даже что-то написано. Это Мишка. У него сегодня день рождения. Он позвал в гости всех своих друзей. Классно. Здесь также у Мишки беленький Мишка. Или нет, это, да, это рот Мишка. Также есть белочка, зайчик, еще один Мишка и лисенок. И такой классненький Мишка розенький. И наш кот здесь на мордочку заехал. Очень жалко, он так очень классный. Поставим его сюда. Следующий откроем. Kinder Surprise. Frozen, холодное сердце. Нету, если я не слышала. Ух ты, коллекционная капсула. Что же мне попадется? Вау! А мне попался Олаф. Он есть такой трясущийся. Класс. Давайте посмотрим на всю коллекцию. Вот он какой. Вот вся коллекция интересная. И вот как Олаф. Поставим его сюда. И откроем мне неизвестный производитель. Лафис. Очень толще яйца расставила. Попалась мне такая интересная девочка. Ева. Так, а также у нее есть такая бумажечка. Любовь — это когда все мысли заняты лишь им. Что такое, я помню, вкладыш было. Вот вся коллекция.
И мне кажется, вот это досталось. Хотелось бы еще мальчика, который дарит ей сердечко. Найти. И вот так. Сейчас попробуем вставить. И вот так она стоит. На таком классненьком поддончике. Подставочке. Поставим ее сюда. Откроем следующее яичко. Чупа-чупс. Тролли. Интересно было бы узнать, кто попадется. Тоже все яичко расставила уже. Вот вся коллекция. Мне попалась Тихоня. Это единственная из этой коллекции, то не тролль. Ой, что-то у нее с щечками. Или это у меня шоколад? Да, это у меня шоколад заехал на щечки. Очень интересный персонаж. Надеюсь, все уже успели посмотреть этот интересный мультик. Очень классный. Давайте поставим Тихоню сюда. И давайте опять откроем сперу. Это производитель конфет Рейд. Губка Боб, квадратные штаны. Такая интересненькая обложечка у него. Желтенькая. Самая моя любимая коллекция. Вот такие игрушечки здесь находятся. И нам попался Спанч Боб сидячий. Так и хорошенький. Ну-ка. Нет, нет. Ну, единственное, кто сидит, но глазки у него так не сделаны. Такой лапочка. Немножко здесь и выехал. Дальше русалочки будет. От Данли. Очень классненькая коллекция. Посмотрим, кто же здесь попадется у меня. Ух ты, наконец-то новенькая. Вот они все. Он мне здесь аж два вкладыша дали. Классно. Здесь находятся только 4 русалочки. Марианна, Оливия, Эльвира и Виола, которая мне сегодня попадается. И мне досталась Эльвира. Такая хорошенькая русалочка. У нее, как видите, хвостик такой прозрачненький. И такие красивые красные волосы. Поставим сюда. Следующий посмотрим Виннику вперед. 5-й фильм. Крошейди, кажется, их зовут. Нарисованы. Здесь попадаются коллекционные только капсулы. Это самая для меня популярная игрушечка. Крошейди. Только они мне и попадаются, если честно. Вот так они и вставляются, и такие подвесочки.
Давайте посмотрим всю коллекцию и все. Мне не хватает только двух. Диего и Сида. Давайте следующим откроем. Томас. А нет, Джеймс. Нет, Томас его друзья, а это что-то Джеймс какой-то. Я ни разу такое яичко не открывала. Первый буду открывать. Интересно, голубокапсула. А здесь вот такой вагончик попался. Поезд. О, мне сам Томас попался. Вот он под первым номером. И вот здесь все такие интересненькие поезда. Вот он. Даже описание. Собери коллекцию из 8 фигур. Кто мой синий паровозик? И вот он сам. Нет, Томас попался. Единственное яичко, которое есть. Под номером 1 даже. Такой классненький Томас. Не очень даже видно погрешности. Правда, жалко, колесики не крутятся. Не очень жалко, когда лица здесь нарисованы. Жутко выглядит, если честно. Давайте дальше откроем такое яичко. Это у нас Робокар Поли. Синее яичко. Ой, какая маленькая машинка. Просто прелесть. Класс. Сейчас тут наклеечки должны быть. Сейчас наклеим. Вот вся коллекция. Мне достался такая маленькая розненькая, желтенькая розненькая машиночка. Не знаю, правильно ли я наклеила наклейки или нет, но такие примерно. Ну, мне не очень нравится, когда наклейки клеишь. Если бы уже было бы это сделано. Но она, по крайней мере, катается. Такая масленькая машиночка. Давайте следующий откроем. My Little Pony. Что-то шоки-токи и конфеты Рейд. Давайте посмотрим. Производители. Кто же здесь попадется? Надеюсь, это новая коллекция. Так, я уже вижу, что у меня повторчик. И здесь два вкладыша. Ну, прям сегодня они мне задобрили этими вкладышами. Так, досталось Fluttershy. Но мне не хватает, кажется, Applejack и Rebel Dash. И такая классная коллекция здесь находится. Наверное, это новая все-таки. Не 2015 года, старенькая, значит. Но вот эта коллекция мне очень нравится. Они здесь такие классненькие, качественные, более такие тщательно вырезанные. Хорошенькая. Также здесь что-то розовенькое. Так. Следующее. Давайте откроем Чупа-Чупс Пеппа. Профессии.
Здесь попалась Пеппа, доктор. Такой, как вставляется на подставочку. Что-то она не вкладывается. Вот вся коллекция. Мне достался вот эта Пеппа. Или это? Нет, вот это. У него здесь не вставляется, потому что на ботиночках плохо вырезано. Это прикольная Пеппа. С таким носом. Давайте следующий откроем. Зомби-шок. Данли производитель. Так, найди всех зомби, спаси человечество. Толстяк Джо. Зомби-зайка. Хотелось бы зомби-зайку. Мне кажется, вот этот есть. Ползучий Боб. Сластёная печка. Тупица Том. И мне достался, кажется, вот этот. Да, он. Петька безголовый. Потерял голову и никак не может смириться с этим. Жалко, они не такие же цветные, как на вкладыше. Это большущий минус для такой интересной коллекции, даже если это зомби с оторванными головами. Хотя бы язык и глаза у них цветные, но я не очень одобряю, что у них одежда не выделяется. Они очень жестколосненькие все-таки. Так он держит голову перед собой. Петька то безголовый. Давайте откроем следующий этот. Киндер-сюрприз. Киндерина профессия. Ой, ой. Коллекционная капсула? Да, точно, коллекционная капсула. Интересно, что же здесь попадется. Такая редкость их найти. Коллекционные. Ты что-то новенькое. Для меня это новенькое. Это у нас, кажется, киндерина садовник. Класс. Люблю, когда много аксессуаров. Так, это у нас... Так, вот вся коллекция. И вот она, киндерина садовник. Это, наверное, самая объемненькая фигурка из этой коллекции. Где у нее больше всех аксессуаров. И самая большая. Да, у остальных не так много. Я так рада, что именно мне она попалась. Очень захотела, чтобы она мне попалась. Она мне попалась, я очень рада. И давайте последние самолеты. Дисней. Очень классные самолетики здесь попадаются, качественные. Давайте посмотрим, какой же самолетик мне здесь попадется. Ты какая красная капсула. Так. О, какой маленький. Класс. Кажется, Эль. Да, это он, да. Эль. Чапакабра. Чапакабра.
Здорово, что они все подписаны. Такие классные самолетики. Да это, наверное, все-таки близнецы. Они очень похожи. Я лечу пока. Классный. У них даже пропеллеры крутятся. Не знаю. Мне нравится это качество. Очень классненькие. Интересно, сколько в коллекции всего самолетиков? 6. Я просто их видела, еле-еле нашла в одном магазине. И вот решила купить несколько яичек. И мне, я довольна своим покупкой. Очень довольна. И вот все сегодняшние мои сюрпризы. Фигурки. Очень все классненькие. Я очень довольна сегодняшним уловом, так сказать. Мне очень понравился олов. Русалочка, классная мишка. Также это желтенькая машинка. Также киндерина, садовник. Интересный паровозик, самолетик, спанч-боб. Также прикольненькие зомби. Конечно, жалко, что повторчики есть, но все равно. Даже интересненько, это Ева. Надеюсь, вам сегодняшний мой выпуск тоже понравился. Спасибо, что смотрели мои видео. Ставьте лайки. Интересно узнать, какая вам больше понравилась сегодняшняя фигурка. Всем пока. Бай-бай-бай.